Привет, зритель. Сейчас тебя ждет мой парфюм на октябрь. Он у меня тут слева по борту. А внизу у меня полочка, которую я все никак не соберу. В которую потом поставятся всякие фигурки, в том числе Мадока и Хамура. Короче говоря, я не буду говорить от кого что, потому что я, честно, я не помню, что от кого. Не все помню, что от кого. У меня тут и Мари Корсет Эйвон. Я полазала в полке, я поняла, что мне сейчас хочется чего-то такого сладкого и теплого. И он вроде такой вот, ну, может, не сильно сладкий, но теплый. Я сейчас не могу сказать конкретно все какие ароматы, потому что с утреца я на себя, ну как утреца у меня где-то в 11 с чем-то было, я на себя вылила свой эликсир. Но у меня тут будет 3 эликсира, все парфюмки, кроме одного. Но одна у них, я знаю, туалетная вода, и она для меня пахла всегда пластилином, у меня ее нет, поэтому ее и не будет. В общем, Эйвон и Мари Корсет на октябрь. И Фраше, ваниль. Лимитка, которая уже снята, вот это я помню, это от Ксюши. Да, я обещала не говорить, но все-таки одно скажу. Вот вкусная очень. Там еще что-то из лимиток есть, но что-то у меня рука дотянулась только до нее. Полка-то глубокая, в ней всего дофига этих духов. Если хотите, можете мне как-нибудь сказать: Лёля, сделай АСМР обзор того, что у тебя сейчас есть парфюмерного. Или это типа без АСМР плюс обзор. Я как раз вот уже практически на половине пути, чтобы расквитаться со своим урожаем. Ну, не то чтобы совсем расквитаться, а понять, что куда засунуть, и так, чтобы он у меня не пропал. На половине пути переработки урожая. Поэтому я думаю, надеюсь, что на следующей неделе я смогу записать обзор шматья. Обзор ухода будет чуть попозже, по некоторым причинам, но тоже в сентябре. Ну и все остальное. Очень грустно, вкусно, суперско вообще. Пахнет ванилькой. Такой конкретно, вот похоже на черную ваниль, которая вот Secret de Sens в этом самом была в Фраше. У них еще была бурбонская ваниль из зелий Plaisir Nature, но вот это совсем другое. Вот Secret de Sens... Но черная ваниль и вот эта вот ванилька, они похожи, очень вкусно так вот. Таким легким алкоголем даже отдают. Легкий сладкий алкоголь по запаху с ванилькой вот вообще. Ну да, у меня ассоциации несколько странные, возможно. Тут у меня внезапно, ну вот вообще такая весенняя сирень на все времена года. Я что-то ее открыла и поняла, что она хочет, чтобы я ее юзала в октябре. Да и в сентябре она бы неплохо пошла бы. В общем, она как бы не сказать, что супер сладкая. Ну, знаете, как сирень пахнет, моноаромат такой. Но как-то вот вообще она вот такая конкретная. Какая-то русская фирма безымянная, вообще не очень в курсе, что это такое. Чтобы уж у меня было все 3 последних эликсира, то я сейчас просто обозрю. Вот у меня, по ходу дела, 7 духов тут на октябрь. Вот он. Эрис Нуар, мой любимый, миничка. Я чуть-чуть его юзала. Мне его, со мной поделилась Света из Москвы своей коллекцией. Вот это он, с коллекции другого человека. Да, я обещала не говорить от кого, но все-таки что-то я помню. Вот. Просто там есть один эликсир, который я в упор не помню, кто мне дарил. Вот это и Фраше, Эрис Нуар, снятость глубокая, Secret de Sens, парфюмерная вода моя любимая. Когда-то у меня было ее дофига и много, но она закончилась. Начну по возрастанию. Дураки по росту строятся, но у нас тут все-таки не люди, я не знаю, можно ли назвать духи дураками. Но что-то мне просто вспомнилось, но я сейчас покажу, чтобы было понятно, что они по росту строятся. Просто тут 5 мл, 50 мл. И сколько тут? Тут же 50 или 30 миллилитров, хрен знает. А, тут 30 миллилитров, это я покупала и забыла, сколько тут. И 50 миллилитров. Просто есть такой же в подобных флаконах Secret de Sens Soy Elixir в вариациях. 75 миллилитров, это туалетная вода. Soy Elixir Purple, я помню, он мне раньше вообще терпеть не могла, так вонюче воняло. Тут я его открыла, и слушайте, он дожил до того момента, когда мы с ним... в любви признали друг друга взаимно. Он что-то внезапно такой нежный, хороший. Вот прям на самое то. Конец сентября, начало октября. Весь октябрь.
На такой странный холод на раннюю осень, которая приперлась, когда я ее вообще не ждала. Я ждала, что будет бабье лето, я свалю в деревню где-нибудь там. Если не на неделю, то хотя бы на 3 дня, ну хотя бы дней на 5. Ну недели на 2, ну короче, на весь сентябрь. До середины сентября, до конца сентября, но не случилось. А вот осень приперлась, а когда ее не ждали, какая-то дохрена ранняя. И вот это как раз вот под осень. Оно ждало этой осени. Сой эликсир пюрпль. Фиолетовый. Он мне даже, кажется, перекликается с ирис нуаром и вот этой сиренью. Они как бы вместе. Такие фиолетовые. А правда, у сирени крышечка синяя, но она все равно фиолетовая. И вот мой любимый эликсир, самый любимый эликсир вообще, который изначально как унюхала, так сразу любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Сой эликсир бласен, сой эликсир истинной чувственности или что-то в этом роде. В нем перекликается ваниль из Секрета де Санса, вот эта ваниль тоже, лимитка новогодняя. В нем перекликается ирис нуар, а еще в нем перекликается сам по себе эликсир, вот этот, тот, который для меня пах пластилином. В общем, вот это оно. Я его периодически покупаю, но вот последний раз я уже 100 лет назад его покупала, но вот у меня все равно хоть заюзался прилично, он очень стойкий, он надолго хватает. Мне как-то дарила подписчица Лена Минстера-Москва, та, что задарила на день рождения погружной блендер, этот самый Мулинекс на 800 ватт. Короче говоря, я им до сих пор пользуюсь, очень хороший блендер, всем советую, если что. И для своих на определенных нужд, конечно, пастор Ахису им не своять, и долго надо мучиться, но вот для всего остального он вообще отпадный. Короче говоря, вот эти вот душки, или я покупаю, или мне кто-то дарит. Ну, пока что мне, по-моему, их дарила только вот как раз Лена. Из Минска-Москва. Офигенные духи. Вот они на октябрь у меня самое то. И то, чем я последние дни пользуюсь, я думала, что они будут в пустых баночках, но я сегодня на себя очень дофига вылила и поняла, что это даже сверх дофига, что даже я уже чувствую, что дофига. И вряд ли они будут все-таки закончиться до конца сентября, потому что очень стойкий аромат, даже после душа он остается еще где-то на суток 2-3. На волосах, так и если не мыть голову, ну, раз в 3 дня, допустим, я мою голову иногда. Бывает так вот, это отсылка к пустым баночкам и к будущему уходу, будущему ролику, который про уход будет. Короче, возможно, я там про это тоже скажу. Короче, раз в 3 дня мою волосы, он на волосах остается, этот аромат, я просыпаюсь, я засыпаю в аромате в этом шикарном. И просыпаюсь в этом шикарном аромате, это просто сой эликсир. И фраше миничка 5 мл, ну тут уже, конечно, меньше их, тут половину. И вот просто, и он немножко отличается по цвету, коробочка у меня там на столе, но, в общем, темная коробочка, это парфюмерная вода, сой эликсир и фраше. А светлая коробочка, это сой эликсир туалетная вода, и она пахнет тут именно пластилином, вообще невыносимым, таким конкретным пластилином, и она мне не нравится, это очень вкусная, она так раскрылась мне. Просто она мне редко попадалась, коричневая коробочка, и как-то особо не нюхала. Я думала, что они одинаковые, что туалетная вода, сой эликсир, что парфюмерная вода. Они на самом деле совершенно разные. Она мне напоминает несколько нот любви и фраше. Там такие ягодки. Она еще мне напоминает эйвоновский снятый парижьян шик. В общем, очень классный такой аромат. Он перекликается и с эликсир Буассенсуэль, и немножко даже местами, мне кажется, чуть-чуть перекликается с ирис нуаром. В общем, очень классный аромат, и он у меня вот с сентября переходит на октябрь. Вот такой у меня обзор парфюма на октябрь. По-моему, тут помимо Ноунейма и Эйвон, один сплошной и фраше, аж 5 штук. Если вы пользуетесь чем-то подобным в это время или в другое время, ну типа, Лёля, да ты чё, я с эликсиром пользуюсь исключительно летом или исключительно зимой или весной, ну дайте знать комменты, мне будет приятно почитать. Я даже, если не просто поставлю вам сердечко, это типа автору понравилось, да, даже в комменты отвечу. Но я стараюсь отвечать в комменты, если не сразу, то сначала проставляю сердечки, а потом, когда время появляется, то с компа всё-таки удобнее, чем с телефона. Я отвечаю уже или снова-то на комменты. Так что всем спасибо за просмотр и пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.